Всем доброго времени суток. Сегодня вот такой узор попкорн тунисским крючком. Набираем цепочку из воздушных петель. Число петель кратно 2 и плюс 2 кромочные. Из каждой петельки воздушной цепочки вытягиваем петлю, не провязываем, так до конца ряда. Кромочную провязали и в обратную сторону вяжем по 2 петли вместе. Промежуток между петельками вяжем, вытягиваем петельку, накид и еще одну петельку. Одну пропускаем клеточку и в следующую снова петля вытянутая, накид и петелька. И так через одну клеточку вывязываем по 3. Одну клеточку пропускаем, следующую вытягиваем петельку, накид и петелька. Последняя петля кромочная под 2 дужки. И в обратную сторону петлю крайнюю провязываем. И снова по 2 петли вместе. Комбинация из 3 вытянутых петелек. Это у нас как одна петля, поэтому провязываем их все сразу вместе. Следующий ряд мы будем снова вывязывать 3 петли в промежуток между петлями предыдущего ряда. Получается в шахматном порядке. В следующем ряду мы снова будем вытягивать петли между нашим попкорном. Вытянутая петля, накид и вытянутая петля. Так продолжаем до конца ряда. В обратную сторону снова будем провязывать по 2 петли вместе. Не забываем, что комбинация из 3 петелек это у нас как одна петля считается. Поэтому их провязываем все вместе.
При тунисском вязании изделие не переворачивается, не забывайте. Вот такая красота у нас получается. Продолжаем вязать. Всем пока!